Привет. Как тебя зовут? Лора. О, а ты здесь живешь на Октябрьском поселке, да? Да. И как ты здесь постреливают? Мы приехали на поселок Октябрьский, и сегодня благодаря жительнице Санкт-Петербурга Наталье Зосимко привезли здесь наш продуктовый набор. Ты живешь с дедушкой, с мамой, да? Да, и с папой, с Сережей. Мы знаем, что у вас дом были вот здесь. Угу. Мы смотрим сильные прилеты. Это собака маленькая. Мы только взяли ее. Да, да. И вам приходится в таких условиях жить. А что делать? Квартира дорого вообще-то. А школу менять это нереально. Ну что это такое? А скажите, а здесь обстрелы происходят часто? Сейчас, если ты будто у нас обиды, слышно. Слышно. Это далеко, но слышно. Но все равно происходит каждый день, да? Может, так вот промежутком бы там один. О, перестань. Вчера было, а позавчера тоже. О, было забивать. Это далеко, но слышно. Все окна за это, а по вечерам. Ну да, окна все забиты. Забиты, да, потому что не дают, сказали, нет. Шифера нет, у нас же должен шифер дать, потом окна, а потом все остальное. Сказали, окна есть, но не можем дать, потому что шифера нет. Ну, как всегда и везде. Ну, поэтому так. Вов, иди сюда, не балуйся. Огромное спасибо, друзья, что вы помогаете. Низкий вам поклон за вашу помощь. А, какую нашу помощь? Не, я говорю своим друзьям. А, спасибо вам за то, что нам помогаете. Иди сюда.